назад не удалили. Пожалуй, последняя возможность для РДБС уйти от этого поражения. Из любого момента нужно выжимать максимум пользы. Мардат Олебек, удар со штрафного, это невероятно, дорогие друзья! Второй матч подряд Мардат Олебек забивает со штрафного на последних минутах. РДБС уходит от поражения. Побежала к трибунам футболист сборной Казахстана, поздравляет его партнеры по команде.